Уважаемые подписчики, я начал вести свой аккаунт на Яндекс.Дзен. Там будут выкладываться все мои статьи, видео. Если вам удобно смотреть меня на этой площадке, подписывайтесь, ставьте комментарии, лайки. Ссылка в описании. Ребят, всем привет. Мы в Москве на Кубке здоровья Центра доктора Бубновского. Народ пока только собирается, начинает готовиться. Но, судя по всему, будет реально жарко. Формат сегодняшнего мероприятия – это уже международный. И я желаю всем командам удачи, всем командам бодрого настроения, крепкого духа. Здесь цель не победить, хотя, конечно, все бьются за победу. А цель участия – это единственный кубок в России, посвященный не спорту, а здоровью. И это наш образ жизни. Здоровый образ жизни, возраст не имеет значения. Действие у нас объективное, стараемся, разбираем каждую ошибку и болеем за участников. От каждого по способностям и каждому по заслугам. А это команда из Узбекистана. Мы приехали с Узбекистана, город Ташкент. Команда называется «Восточный вектор». Команда очень сильно готовилась и надеемся выиграть. Сейчас давайте подойдем к одному из болельщиков, спросим вообще, за кого топить будет. А, привет. Привет. Я приехала в город Иваново поболеть за нашу команду. Они очень долго готовились, и я уверена, что они победят. Стараемся, конечно, победить, но главное участие – это наш первый совместный выезд. У нас команда из 5 прекрасных человек, в том числе наш пациент замечательный, который тоже волнуется, но мы все друга поддерживаем и будем достигать лучших результатов, стараться. Команда выкладывается по полной, здесь такая жара стоит просто нереальная, болельщики болеют за своих, я болею за всех, так что, ребят, удачи, Кубок Бубновского – это просто огонь. Что сейчас делали? Вообще сложно ли было? Сложно. Нет, на самом деле было не сложно, а при выполнении последнего упражнения руки очень вылетают в плечи. Команда готовилась усиленно? Конечно, каждый день прогонка, пот и кровь, так сказать, пот и кровь. Мы готовимся практически каждый день, в процессе работы занимаемся также, поэтому все шло к успеху, и я думаю, мы сегодня должны занять достойное место. Никогда не устаю. Я здесь отдыхаю. Я всем желаю, чтобы не болели, чтобы занимались хорошо, чтобы все это нравилось.